Автор – Заремба Елена Владимировна. Автору блога – министру здравоохранения и социального развития Дюсеновой. Категория – здравоохранение. Почему мне не дают квоту на ЭКО? По месту жительства мне говорят, что мне уже не имеют права дать квоту, потому что мне уже 34 года, а выдается до 30 лет. Гинеколог-врач говорила, что отправляла на меня документы, но пришел отказ. Но в письменном виде мне не предоставили. По какой причине? Уважаемая Елена Владимировна, здравствуйте. Пациенты, страдающие бесплодием, должны состоять на диспансерном учете у профильных специалистов по месту жительства. Показаниями для ЭКО в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи являются женское бесплодие, обусловленное трубно-перитониальным фактором, тяжелые формы мужского бесплодия. При наличии показаний участковый акушер-гинеколог направляет документы больного на рассмотрение комиссии при управлении здравоохранения по месту жительства. При положительном решении комиссии больные направляются на программу ЭКО. Управление здравоохранения Акмолинской области поручено рассмотреть повторно ваши документы. Результаты будут доведены до вашего сведения. Очередь на квоту ждут 3-4 года, иногда 2-3 года, да, кому как повезет. Потому что на каждую область, в зависимости от численности населения, выделяется где-то от 20 квот на область до, допустим, 100-120 где-то вот в Южно-Казахстанской области. Я думаю, что все-таки, когда вопрос стоит о деньгах, надо давать в первую очередь тем, кто остро нуждается и кто не может себе позволить по деньгам вообще программу ЭКО. ЭКО должно стоить где-то для государства, стоит около 1 300 000 500 000 тенге. Но, тем не менее, как-то в этом году еще центры обходятся вот с такими относительно небольшими затратами на ЭКО, хотя это большие цифры.